Елисейская. А сейчас для вас исполнят частушки мужские. Опа! Наш бессменный руководитель. В течение 33 лет он руководит нашим ансамблем. Представьте, с такими женщинами, как я, справиться. И называются частушки. Опа! Ну что, вот в зале выделил. Правда, сейчас смотришь, зал все на улице. Ну ничего, дорогие друзья, как Александр Николаевич сказал, переживем. Нас не тем проверили, то нормально. Опа! Пойдем, вы как хотите, мы как хотим, мы.